Добрый день, уважаемые зрители моего канала. У меня кто провожает Барбос. Приехали в одно хозяйство. На мой взгляд, очень интересное. Сейчас мы с вами погуляем по окрестностям. Так. Здесь бы не навернуться. Угу. Ух, коровка какая. Какая большая, а? Коровенка. Привет! Как тебя зовут? Это мясная или молочная? Вот как, молочная. Как разобраться людям, которые не понимают ничего в коровах? Не надо понимать, надо молоко пить, да? Гирифорды, эти ангусы. А это видно, что это как бы такая молочка. Молочная. Да. Так, а вот корову, говорят, выбирать нужно по вымени, нет? И чем больше вымя, ошибка? Нет, вымя должно хорошо быть развито, но вы знаете, как у женщин, простите меня, когда там молоко, у женщины может молока не быть. Угу. Но мне только это не надо. Угу. Ну, еще это будет. И там не видно будет. Так, ну вот с таким выменем, сколько как, вот эта коровка это дает первое, молока? Это первый отел. Первый отел? Да. Ага. Первый отел они дают, где-то она давала, может быть, 20 литров, да? В день? В день только, да. Угу, угу. Около. Второй отел она может будет давать 25-30. У меня по-разному было. У меня был первый отел, давала швидка, которая не полагалась более там... Они вообще-то дают мало швидки по сравнению с галштинами. Это галштинка? Нет. Это больше на эту похоже, хоть... Как она называется-то, господи... Какая спокойная. Нет, я брал специально, вот искал себе такую. Ну, только это порода или это какая-то... Породы, они все породы. Они все породы. Коровы, все породы. Ну, нет такого, понимаете. Бывает, они где-то кто-то перемешал кого-то. Ага. А смысл все равно, что это корова. Смысл то, что это корова. Любая корова может давать хорошо. Ну, считается, что там швидка какая-нибудь, у них там повышенное содержание белка. Да. Это я про это слышала. Особенности. Ну, например, вот взять ангусы, герифорды там. У них вот сама конституция быков там, коровы. Коровки у них, кстати, не крупные. Вот у мясных. А вот у быков, а когда быки, у них вот такие, знаете, вот. Прям аж. Совсем другой. Не короткие ножки такие, они сами прям все вот такие вот. Какие два раза шире. У них не живот, живота у всех здоровые, это ничего нету здесь. Здесь ничего нет. Да. Вот когда режут там корову, мяса мало. Еще, еще. Хочет прям ласковый, какая прям хочет. Да, ласковый. Молодец. Я знаю, что очень популярная порода джерсийские коровки. Джерсийские... Они невысокие. Они в холке там 1,50 м, метр. Это тоже невысокие. 1,70 м, но они такие высокоудойные. Да. Да, ну ты смотри, какая ты ласковая девочка. Российская. Хорошая, хорошая. Ну, они корова... Да, они маленькие. Они маленькие, очень дорогие. И тоже там якобы... Ох ты мой хороший. Жира любая много. Корова, самая простая, вот раньше в деревне были, в Курской области, у них в основном рыжие такие. Угу. Так. И чуть черные, пока русские. Ага. Ну, а черные там и костромские, и там еще галштины. Там... Ну, наши интересы, конечно, вот этот звук привлекает, да, друзья? Вот они, красавчики. Так. Так. И что хочешь сразу спросить? Возраст вот этих хрюшек-то? Ну, вот сейчас полгода будет. Полгода? Да. 6 месяцев, да? Да. Здесь месяц... кабанчик, да? Кабанчик? Кабанчик вот. И один и свинка. И свинка прям даже как будто по мордасти, да? Свинка или мне так кажется? Вот, дальняя. Дальняя свинка, да. Да. А кабанчик на переднем плане. Хорошо, хорошо. Хороши, да? Хороша свинка и кабанчик хорош. Да. Ну, проявляется кто-то где-то, когда ты кого-то перемешала, потом проявится. Ну да, да. Хороший, хороший кабанчик. Друзья, мы сейчас с мужем занимаемся подбором жениха
нашим свинкам. Вот объезжаем всевозможные хозяйства хорошей репутации. Сейчас вот здесь эта парочка должна погулять, я так думаю. Свинку эту будут крыть. Оба молодые товарища. Кабанчик крупный, белый. Свинка поместная. Вот. В общем, будем смотреть на этого кабанчика дальше. Ему всего 6 месяцев. Как раз к нашему... Когда наши свиночки созреют, он уже будет прям совсем красавчик. Сколько сейчас примерно-то в них килограммов? По 80. Килограмм по 80 есть. Скажу, если... Живой получается где-то под 80. Под 80 килограмм есть. Да, 70-80. Ну, отлично. Отлично для их возраста. А там тоже, да, в том заборчике? Да, там поменьше. Ну-ка, пойдем посмотрим. Так, ну а здесь вот наши курносики любимые. Один тоже. Одна свинка. Свинка и кабанчик. Вот наши любимые курносики. Это то же самое, что и у нас. Те же самые поросятки. А вот справа это хрячок, да? Кабанчик. Наверное, да. Наверное, да. Сейчас посмотрите. Это то, что вырастет у нас. Вот такие. Ну, он-то кастрированный здесь. Здесь кастрированный, ага. Они невысокие, с широкой спиной. И спина длинная такая, хорошая спина. Вот курносики. Этим сколько? 4 месяца? Да. 4. Наши помладше, наверное, месяца на полтора. Молочком их балуете, нет? Так я их опаиваю. Хорошо сначала. Я их родил двухмесячных. Я 2 месяца, и прямо считаю, что молоком опаиваю, а потом на сыворотку садил. Потом на сыворотку. То есть вы влажно, да, им готовите, да, мешанку? Замачиваю. Угу. Ну, вот я запариваю и хлеб, и вот всякие вот эти вот я отрубя, и всякие каши, там, и геркулес, и кукурузу. То есть я пытаюсь вот все, что только существует, сюда мешать. Зерно, дробленку тоже кушаю. Ой, тю-тю. Ой, тю-тю, какие мордатенькие. Запаха нет абсолютно. Абсолютно. Но сейчас есть такие варианты, как бактерии. Запускаются туда бактерии. Ты моя хорошая. Как он у этого у Васи, да? У него мухи не было летом. А чего это чума? Вот кабанчик, явно. Вот. Это тот же датский йорк, то же, что и у нас. Видите, как потом они вырастают? Мне нравится. Так. Ах ты мой хороший, тянет мордочку свою. Ты хорошая девочка, ласковая. Хорошая корова вообще. Хорошая, да. Большая, но спокойная. Мне даже за нее просто сам дал 80 тысяч. Даже не спрашиваю, сколько стоит. Ты моя. Не, ну я хорошая корова. Но за это я просто... Не, вы посмотрели, у меня хозяйство. А у меня была это, швидка одна, швидка вторая. Вот это была пятнистая тоже. Ой, шикарные были коровы. Вот то, которое я последний потом избагрил, купил, избагрил за полцена, да. Те были неудачные. Не подставили, как говорится. А сколько ей лет? Она еще не телилась ни разу, да? Готов будет сейчас. А будет первый или второй? Второй. Да? С первым отелом был. Не, да, не вижу я, что у нее отел был. Да. Ну? По этим, да, по рогам видно. Я присмотрел на свету. Был отел. Это второй. Ну, хорошо, что было. Ну, а как же ее дают? А как же вы ее дуете-то, да? Значит, отел был. Но на рогах нету. На свету как-то видно было. Да. Какой-то баба, он, да? Так вот, да. Угу. Есть какая-то полоска. Чуть-чуть, да? Да. Есть. Угу. Просто не так, может, не А когда отелилась-то она?
Ну вот год назад первая тюрьма. Король, нос, дышащий нос. Так аккуратно. Она стельная, да? Давай, тело в середине июля будет. Я же сейчас бросил, почему не дают. А, все, она не доится. Да. Все понятно. Ну, хорошая. Ну, сам хозяйство тоже хорошее, более хорошее. Я по коровам не знаю. Вот это мне нравится, потому что она ручная очень. Я искал ручную. Очень хорошая. У меня была вот до этого монастыря, я взял. Она стадная. Угу. Я ее привяжу, она вырывается и все. Дышит, с ней дышит. Никуда не пойти, ничего. Ты звезда у нас. Тебе нравится сниматься. Ей нравится сниматься, смотри-ка. И ласка нравится, что я чешу. Так телефон не... Я ее уважу, я ее не специально, есть штука для лошадей. Я ее на улице начинаю чистить, когда она стоит, прямо аж засыпает. Хорошо. А корову надо, да, как лошадь. Ее надо обязательно обласкивать. Надо. Так, ну вот.